Конференция прошла отлично, было больше 100 человек. Для Македонии это отличный результат, потому что в самой стране проживает около 2 миллионов человек. И вообще, приехав сюда, нам кажется, что как будто все знали про нашу конференцию и на границе, и гаишники, которые нас остановили, и на ресепшене. В общем, это, конечно, радует, что информация про наш проект, про нашу конференцию разнеслась, можно сказать, по всей стране. Встретили нас отлично, мы пообщались не только с инвесторами, не только с партнерами, но и с представителями крупного бизнеса, с представителями власти, например, с мэром и капитана города Охрида, и со многими другими людьми, которым интересно продвижение технологий в Македонии. О проекте я узнал 3 года назад от своего наставника Добрицы Петровской. Больше всего в проекте меня привлекает опыт работы в Окта, знакомство с российским оборудованием и российскими электродвигателями. Я был уверен, что проект увенчается успехом. Я был лично приглашен на конференцию командой Solar Group. Конференция прошла наилучшим образом. С презентациями по техническим и другим аспектам выступили наши коллеги из Москвы. Мы познакомились с проектом двигателя Дуйнова около 3 лет назад, после того, как он был представлен в Республике Македония. Мы изучили проект полностью, в чем его суть, как он работает, что это за двигатели, и решили присоединиться в качестве инвесторов. Я приехал на конференцию, потому что, во-первых, меня пригласили как партнера, а во-вторых, мы все приехали сюда, чтобы познакомиться друг с другом, получить более подробную информацию о проекте, который реализуется в Македонии, узнать, в чем суть, как он функционирует и понять, как мы можем достичь максимально высоких результатов в будущем. Вчера мы встретились с очень интересным предпринимателем, бизнесменом, который ведет свой бизнес в Македонии. Это компания Элен, которая занимается продажей различного электротехнического оборудования и составных частей к нему, осветительного оборудования и всего подобного. Являясь представителем официальным нескольких крупных компаний, которые работают в Македонии. Серьезный человек, серьезная компания. Он высказал желание с нами работать, сотрудничать. И мы со своей стороны также ищем опытных людей, у которых уже есть опыт ведения бизнеса в Македонии, в Европе, тем более смежного бизнеса. И я уверен, что этот человек поможет нам выйти на рынок Македонии. У нас есть хороший продукт, у него есть знания, как этот продукт продвигать в Македонии и Европе. Поэтому будем работать. Самое главное преимущество этого проекта Solar Group и Sovelmash в том, что он делает акцент на защите окружающей среды как во всем мире, так и локально. Глобальное потепление, выхлопные газы и загрязнение окружающей среды сами по себе демонстрируют направление, в котором мир движется в настоящее время. Двигатели Дуйнова – это часть мира, часть будущего, как я уже ранее говорил. И их следует внедрять буквально везде, на всех объектах, которые могут извлечь из них выгоду. Если эти электродвигатели будут использоваться в общественном транспорте, в водном транспорте, и если они заменят старые дизельные или бензиновые двигатели, то не будет никакого загрязнения окружающей среды. Кроме того, эти двигатели можно устанавливать в зданиях вместе с солнечными батареями. Если есть возможность, то их можно установить и на крыше, так как там площадь больше. Таким образом, во-первых, это хорошо с экологической точки зрения. А с другой стороны, это выгодно и экономически. На самом деле, в экономическом плане потребление будет сведено практически к нулю. Как я оцениваю двигатели Дуйнова? Они станут большой частью нашего будущего. Я думаю, найдут широкое применение во всем мире для любых направлений, где могут быть использованы электродвигатели. Безусловно, несколько недель назад на выставке в Скопье у меня была возможность увидеть импортный автомобиль с электродвигателем.
Я предполагаю, что это был двигатель 120S, применимый для автомобиля Poco. Так что это действительно интересная технология, которая реализуется уже сейчас. С одной стороны, это способ поддерживать и развивать инновации, помогая таким образом создавать общемировое благо. С другой стороны, мы даем каждому возможность инвестировать, используя личный капитал для создания лучшего будущего. Самое лучшее, что я узнала о Solar Group и что мне больше всего понравилось, это идея найти решение для создания более совершенной технологии с использованием электродвигателей, которые экономят энергию, снижают себестоимость продукции, защищают окружающую среду и имеют много других плюсов и преимуществ. Я думаю, что самое главное я уже сказал. Последние несколько дней на обеих конференциях для меня и для всех остальных было очень продуктивное время. Подобные мероприятия нам нужно проводить как можно чаще. Ну, по крайней мере, мне нужно чаще принимать в них участие. Это действительно очень сильно развивает. Это показывает аудитории, что процесс идет. И я думаю, что люди, которые наблюдают за нами, поймут, что мы надолго пришли на этот рынок. Что мы строим прочный фундамент. Стабильно, медленно, но уверенно. И подобные мероприятия дают хороший, позитивный толчок многим участникам поддерживать такие компании, как наша. Я могу сказать инвесторам этого проекта, что немного терпения с их стороны окупится, поскольку вскоре они получат прибыль от своих инвестиций и извлекут колоссальную выгоду. Я приглашаю всех инвесторов в Solar Group и рекомендую им, если они еще не знакомы с компанией, смело обращаться к нам, задавать вопросы. Мы расскажем вам, чем занимается компания, какая у нее цель и как она работает. Общайтесь, присоединяйтесь к нам, становитесь частью нашей большой команды. Хотелось бы сказать отдельное спасибо Васко Поповски, Томче и Горану за организацию таких эффективных и полезных встреч с бизнесом, с представителями бизнеса, с представителями власти. Встречи были крайне эффективными. Мы выпустим соответствующий материал, поэтому следите за этим. И я уверен, что это первый наш серьезный шаг по развитию технологии в Македонии.